Добрый день! Сегодня мы опять приехали в садовый центр. До этого мы это сделали на Рождество. Вот посмотрите, пожалуйста, какой красивый виноград. Кстати, я посадила в своем саду виноград этой же марки, и он растет успешно. Сегодня я вам покажу, как Англия готовится к лету, что можно приобрести, какие есть специальные предложения, кроме вот этих замечательных зайцев, которые стоят целых 117 фунтов, но они классные. Так вот, в Англии принято делать такие скульптуры из живых цветов. Вот, например, вот эта замечательная черепаха. Тут помимо суккулентов есть еще какие-то цветы, названия которых я не знаю, но это не настолько принципиально, просто визуально. Например, посмотрите, какие замечательные композиции. Я обязательно сегодня куплю одну, желательно со скидкой, потому что я не люблю тратить очень много денег. Бывают такие предложения, когда растения погибают, и тогда 50-60, а то и 70% скидка. Ну, помимо суккулентов, есть оранжереи, где вы можете, помимо роз, очень благородных сортов, вы можете приобрести целые палеты цветами, и обычно на них делаются скидки. Ну вот, например, сейчас я вам покажу, что тут есть. Ну вот, например, палета стоит 3 фунта 79 пенсов, это на рубли, это 400 рублей. Вот она вот такая вот, тут вот 6 цветков. И вы можете посадить их вместе или раздельно. Это уже ваши преференции. Ну, я хочу посмотреть и распланировать, что я сегодня куплю. Так, гвоздики я не очень люблю. Так, это у нас что? Это у нас вьюнок, да? Ага. Так, да. Это вьюнок. Но как-то он меня не очень впечатляет. А вот это красиво. Это у нас что? Вот, посмотрите, какие. Тут просто целые плантации поля. Глаза разбегаются. Очень красиво. Но это вот просто. Я готова все деньги мира потратить на цветы. Это просто невыносимо пройти мимо. Ой, посмотрите, как красиво. Сурфина. Я даже такого растения не знала. Причем есть и фиолетовые, и розовые, и сиреневые. Я куплю разных цветов. И потом, когда буду монтировать ролик, покажу вам, какой получился результат. Так, это vegetable garden, то есть овощи. Что тут можно у них из овощей купить? Перец. Ну, овощи я не буду выращивать, просто у меня нету на это сил. Это lettuce. Я вам покажу, какие красивые. А, вот, кстати, георгины. Так, георгины – это вещь, только их жрут гусеницы, поэтому я их не буду покупать. Я куплю ромашки обязательно, если не забуду. Вот, ромашки я обязательно куплю. Так, а это что? Это тоже типа петуни что-то. Я хочу купить зеркало. Так, почем зеркало? Зеркало 49 фунтов. Кстати, не так плохо с котиком. Оно крепится на забор и отражает свет солнечный, очень красиво. Есть еще вот такое зеркало с бабочками и с деревом. Но мне очень нравится с котом. Так что зеркало мы обязательно купим. Так, что у нас еще тут по спецпредложениям? У нас тут есть совершенно замечательные токсические растения. Рикунас коммунис. Ну, я не знаю.